В путешествии по Каппадокии нам не давал покоя заснеженный вулкан, постоянно маячивший на горизонте. Эрджияс – стратовулкан, высотой почти 4 километра и диаметром в 72 километра. Куда прячешься? Вот по этому гребню, видишь, вот идет гребень, мы выйдем наверх. Дальше опять по гребню пойдем до жандарма. Жандарм надо будет обойти по снегу, ну там немножко будет. Гребень жесткий пошел. Не снимай, все. Стали отдохнули здесь. Ну, здесь хорошо по этой левой стороне идет. Широкий уже гребень пошел. Давайте, девчонки. Дыши. Дыши, да, чуть-чуть это. Дыши. Все нормально, все хорошо. Ну вот мы под вершину подходим, мы сейчас вот уже на вершину подъем будет. Ну такой, нормально. Ну что, идем? Да, идем. Так, здесь аккуратненько, кошками не зацепитесь. Нога за ногу. Слышите? Контролируйте свои кошки. Ставьте аккуратно. Так, аккуратно, Игорь, чтобы кошка за кошку не зацепиться, потому что тут есть куда упасть. Царапается, да? Да. Можно задом, можно передом. Кому как удобнее, я буду подстраховывать. Можешь сесть на попу, дать мне палки. Вот это. Подожди. Давай палки, да. Можешь задом слезть, можешь передом. Тут, в принципе, ноги я буду подсказывать, если что. Руками хорошо берись крепко, а тут ноги вон левее берись. Зацепки есть, да. И вот сейчас, вот. Чуть дальше там, только, видишь, для ноги, вот хорошая, и вот здесь, блядь, все отлично. Да вы скалолаз, товарищ. На. Что не поцарапал кошки. Ну да. Давай. Нет.
Сложненько нам, да, и погода еще. Это вершина Эржияза. Подтверждаю вам. Сеня спускается вниз. Электричество. Да, электричество трындец. Гроза приближается. Вика, отойди чуть дальше, туда. Вика на вершине Эржияза. Все, Викулич, спускайся к камню. Хорошо. Капец, даже слышно, я чувствую по волосам, по всему. Это статическое электричество, да. Я бы сказал, да, самый простой. Давайте, давайте, поехали. Таня, пяточки, пяточки вбиваем. Пяточки, задние зубчики прямо. Вот старайтесь задним зубчиком прямо впиться в этот снег. Задним зубчиком впиться в снег. Вот так, отлично, молодцы. На изготовку палки вообще красавцы. Отлично идете. Вы лучшие. Отлично идете. Молодцы, молодцы. Вас снимает скрытая камера. Так, все, поехали. Давим кошки. Внимательно. Тихонько, аккуратно по моим следам. Не спешим, не спешим. Не спешим. Каждый шаг нивелируем. Нивелируем каждый шаг. Не расслабляемся. Полный контроль. Полный контроль. Я скажу, когда расслабиться. Если можешь, хотите перекурить, можно вот туда сойти и там перекурим. Как вы? Да. Или уже сойдем вниз? Сойдем. Чуть-чуть осталось. Каждый шаг нивелируем. Здесь никакой ошибки не должно быть. Не отставать, просто рядом. Почему? Чтобы я мог кого-то придержать, если вдруг... Понимаешь, когда ты там на высоте и набрала скорость, что я уже сделаю? Ты меня собьешь и поедем вместе. Когда мы рядом, все идем. То я могу придержать, когда чуть что-то поскользнулся, понимаете? Так, осторожно, здесь жестче склон стал. Пяточки вбиваем. Молодцы. Внимательно, внимательно. Все, вот выйдем оттуда, уйдем в сторону от скал, и там будем сидеть и уже отдыхать. Так, внимательно, внимательно вбиваем пятки. Пятки вбиваем. Концентрируемся на каждом движении. Каждое движение под контролем. Внимательно. Не спешим. Сеня, аккуратно. Не спешим. Загружаем четко пятку. Раз, два. Раз, два. Молодец, Сеня. Когда человек рядом, ты раз придержал и все. А когда он на расстоянии разогнался, он как болит. Блин. Давай. Но дружно. Ой, это хорошо, сейчас сало может будешь рубать. Чуть-чуть потерпите и все, и будет расслабуха. Я говорю, Таня, вот в кратер мы и спускаемся. Это кратер вулкана. Да, вот это в кратер, прямо в центр кратера. А что вы так высоко поднимаетесь? Ну, зашли в кратер. Да, зашли в кратер, пофотались, были в кратере. Так, все, шуруем, шуруем, шуруем. Сеня, все, можешь валить, как хочешь. Ехать, скользить, как хочешь. Все, с этого места разрешаю вольным стилем. Да, давай, Тань, давай, давай, давай. Вот после этих камней больших, что хотите, то творите. Тут не страшно, если поедешь. Ну, вот этот камень обойди уже, и все, а там уже как хочешь.
Падая на жопе, можно как на жопе? Можно. Только камень этот не ударься. Да, можно не ударить. Ой, боже, никогда в жизни. В детстве так каталась. Ну, видишь. Все, видишь. Давай. Если поедешь. Тетя Лена, посмотрите, как Вика ваш рюкзачок жалеет. Хорошо идешь? Штаны будут цветные. А если идти близко к скале держаться? Ну, как бы да, стараешься близко к скале. Уже в зависимости от... Ну, скала тоже со скалы может упасть. В зависимости от там разрушенности скалы уже анализируешь ситуацию. Там к этой скале прижаться, к той, по кулуару идти. Вот по эти камни они как это сказать... Как письмо тебе. Вот они рассказывают, откуда он прилетел, что, и ты можешь ориентироваться. Вот мы переходили то левее, то правее. Потому что я смотрел, ага, тут лежат, отсюда шли, а там нет, там нет. Потом мы начали спускаться, ага, мы, если кто-то поедет, он упрется в скалу. Вот, а не улетит туда. Вот мы так немножко лавировали. Вы не прошли еще обучение, конечно, но я имею в виду, когда вот значок альпинист... СССР был такой, как бы зачетное восхождение, вот примерно такое. То есть и гребешок, и по снежному склону прошли. То есть... Не так он нужен мне этот значок. Это тебе. Не, долина любви. Понравился RGS, особенно последняя часть. Да, Вика? Я вам сладкого. RGS особенно вниз прекрасен. Что нас RGS так трепал. А сейчас нате вам. Фу. Вот мы успешно совершили восхождение. Возвращаемся вниз. RGS потрепал нас с грозой, снегом и так далее. Сейчас красиво. О! Открылся. Вот так бывает в горах. Вот они, восходители на RGS, возвращаются. Арсений, самый главный. А теперь? Вот, видишь, подъемник, и сейчас вниз. Вот такая легкая прогулочка в этот, в кратер. Сходили в кратер вулкана. Кратер посмотрели, перекусили и домой.